Эмилия, я знал, ты догадаешься, что надо сделать. Я знал, я так люблю тебя. Ты справилась! Слава Богу, ты справилась! Я знал, что ты сможешь починить челнок директора и покинешь это место. Но сейчас это невозможно. Силовой двигатель челнока уничтожен. Нет, 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 нет! Не теряй надежды, не теряй! Сначала... Я сам потерял надежду. Я пытался уничтожить корабль, вывести из строя его системы. Но Амелия... Она все изменила. Церковь! Они считают обелиск святыней, но они не знают, что тут произошло. Не знают, что они выпустили на волю. Смотри, смотри, смотри. Смотри на это. Вот. Что мы нашли внутри планеты. Мерсер назвал это разумом Роя. Это источник телепатического контроля некроморфов. Мы были глупцами! Но Амелия, она знала. Она знала, что это можно остановить, вернув обелиск на планету. Обелиск удерживал разум внутри. Верни обелиск и снова запечатай разум Роя. Пожалуйста. Прости меня, Амелия. В этой трагедии большая часть моей вины. Теперь мой долг положить этому конец и искупить свой грех. Но ты можешь помочь мне. Если ты починишь челнок и погрузишь обратно в него обелиск, мы остановим это. Навсегда.
Дневник капитана. Личная запись. Это мое признание. К тому времени, когда запись обнаружат, все мои действия уже оправдают. Я юнитолог. Сейчас уже ни для кого не секрет, что мы находились в системе нелегально, ведя незаконную разработку для компании. Но потом был найден обелиск. Церковь немедленно взяла дело в свои руки, поставив меня во главе этой миссии. И она позаботилась, чтобы большинство экипажа состояло из ее последователей. Моим основным приказом было забрать обелиск с планеты и доставить его на борт. Доктору Кейну, офицеру по науке, эксперту по известным обелискам, предписывалось его исследовать. Как он говорит, в этом направлении уже много достигнуто. Мое решение объявить карантин в колонии вызвало недовольство. Но внизу разразилась какая-то эпидемия, и я не позволю инфекции проникнуть на корабль, когда на борту столь ценный груз, когда мы так близки. Завтра мы вскроем планету и продолжим изучать обелиск. А когда вернемся домой, то передадим все находки церкви. Теперь правительству не удастся скрыть правду.
Великолепно, великолепно! Подожди меня, я уже выхожу. Пробный запуск двигателей челнока. Много времени в запасе, чтобы сделать все правильно. Челнок необходимо вывести из ангара до запуска. Контрольная панель здесь. Ты проследишь за процедурой расстыковки, а я запущу двигатели челнока. И тогда мы объединимся. Поспеши. Я подведу челнок к причальной палубе, а Вилли сдержит там. Замки челнока отключены. Я на пути к причальной палубе. Найди меня там, и мы погрузим обелиск на челнок. Да, Амелия. Скоро я отвезу его домой. Не уверена, насколько Кейн контролирует себя, но нам нужен шаттл. Так что давай не портить с ним отношения. Пока. Пришло твое время. Не надо бояться. Не надо сопротивляться. Многие прошли перед нами, и сейчас наша очередь вместе переступить порог смерти и позволить будущему свершиться. Так идем же со мной, ибо я узрел лик Господа.
Мистер Кларк, я приближаюсь к ангару челнока. Вам надо? Вы должны найти дорогу в грузовой отсек. Обелиск хранится там. Рядом с вами должен быть лифт, который позволит спустить обелиск в ангар. Молю, вы должны помочь мне. Это единственный способ. Доставка объекта 782. Необходим кинетический модуль для дальнейшей транспортировки.
объекта 782 в отсек ангара. Прибыл грузовой лифт. Обелиск хранится в ангаре. Теперь ты сможешь погрузить его в шаттл. Поспеши.